главные виновники праздника с подарками и улыбками на лицах. Уже стало хорошей традицией посещать Клинцовский дом ребенка в День защиты детей. Представители прокуратуры, предприниматели, депутаты на один день стали волшебниками и приехали радовать малышей. Мы просто рады, о нас помнят, о нас знают. Это люди из города Брянска, это и волонтеры, и прокуратура Брянской области, прокуратура города Клинцы, и наша Клинцовская администрация. А в Центре культуры и досуга «Современник» школьники увидели мюзикл «Бременские музыканты». Без подарков в этот день не остался никто. Аниматоры перед входом вручали сувениры и маленьким зрителям, и просто проходящим мимо детям. А вот у спортсменов в праздник развернулись серьезные баталии и закупки. Страсти разгорались на футбольном поле. Здесь развернулось открытое первенство среди детей 2012-2013 годов рождения. А в это же время на ледовой арене ребята 2015-2016 годов рождения боролись за высшую награду в открытом турнире города. Екатерина Пенько, Андрей Шевченко, Евгений Цитков, Григорий Дупанов, Клинцы.